Всем привет! Все, что вы печатаете на своей клавиатуре, абсолютно все, может отправляться сторонним разработчикам. Я думаю, что это ни мне, ни вам не нужно. Я сейчас покажу, как это отключить. Ну а ты перед началом этого видео поставь ему лайк, а также не забывай, что много классных премиальных приложений есть в моем телеграм-канале, ссылочку на который я оставлю под этим видео. Чтобы отключить эту настройку печати, нужно перейти в настройки. Здесь находим расширенные настройки. Далее язык и ввод. Смотрим свою текущую клавиатуру, какая она. У меня Google клавиатура. Далее управление клавиатурами. Заходим в Google клавиатуру. Здесь находим дополнительно. И нужно поочередно за мной отключить три настройки. Первое — это отправлять статистику использования. Вторая — персонализация. И последнее — улучшить ввод для всех пользователей. Ее тоже отключаем. После этого сторонний разработчик не сможет иметь доступ к различным данным и тому, что вы печатаете на своем телефоне. У меня на этом все. Если понравилось данное видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также делись данным видео. Всем пока!